В зале на тот момент было 9 человек. Угрожая пистолетом и ножом, грабители закрыли сотрудников и посетителей в комнате отдыха. Кассира заставили открыть 2 сейфа. Забрав деньги, 100 миллионов рублей и 50 тысяч долларов, подожгли отделение банка и скрылись на мотоцикле в направлении Большого Утряша. Охранника и сотрудника банка с серьезными травмами головы доставили в городскую больницу. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Предположительно, они получили огнестрельные ранения, но в интересах следствия медработникам запрещено разглашать информацию. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Анапского отдела УВД. Им на помощь направлены краевые силовики. В районе введен план «Перехват».